В эти пасхальные дни верой, надеждой и светом наполняются наши сердца. Вдохновленные верой, мы совершаем праведные дела, помогаем ближним и тем, кто нуждается, реставрируем и приводим в порядок церкви. Мы возводим новые храмы и обители, ведь церкви строятся только там, где есть истинная вера. Обновленные храмы Гагаузии радуют всех прихожан, и звон новых колоколов вливается в общий праздничный перезвон. Это время, когда мы стараемся забыть все обиды и невзгоды. Пасха объединяет нас в искренней молитве о мире и спокойствии в нашей родной Гагаузии, в наших домах. Желаю всем душевного тепла, здоровья и радости со светлыми пасхальными праздниками!